Ràdio Bona Nova. Ràdio Bona Nova. El 107.1. Bona Nova. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, на волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне. Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает. Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей, даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту. Ты спрашиваешь, что есть любовь? Это безмолвие, когда слова могут ранить. Это терпение, когда любимый человек не прав. Это глухота, когда назревает ссора. Это желание заботиться о любимом человеке постоянно, даже когда у тебя нет никаких сил. Это готовность забыть о себе и отдать себя всего во имя любимого. Это единственная страсть, объединяющая все лучшее, что есть в человеке. Любовь не терпит громких слов. Люди лишь тогда верят слову «люблю», когда оно сказано тихо и просто. Что такое любовь? Кто сумеет ответить? Чтобы все до конца описать, объяснить. Если чувство сильней и прекрасней на свете, есть ли что-то сложнее, чем просто любить? Что такое любовь? Может, нет ее вовсе? Может, это условность и нечего зря говорить? Если так, все напрасно, напрасно нас время уносит. Если так, то, наверное, лучше не жить. Что такое любовь? Что такое любовь? Что такое любовь? Что за сила в ней скрыта? Чтобы верить, надеяться, ждать и прощать. Перед взором ее вся вселенная настежь открыта. Только люди сердца не хотят открывать. Что такое любовь, трудно грешным ответить. Объяснение их все сложней и темней. Что такое любовь, понимают, наверное, дети. И распятый Христос говорит нам о ней. И распятый Христос терпеливо твердит нам о ней. Таинственная спутница человеческих сердец, воспетая поэтами, рожденная в небесах, любовь всегда желанна и нужна нам. Если нет ее, нет и счастья, нет и вдохновения. О любви красивой, сильной, глубокой и расскажем вам сегодня. В большой христианской семье родился мальчик Владислав, а попросту Слава. И только подрос малыш, родители принесли его в церковь для благословения. И, видимо, сердца родителей были настолько исполнены веры, искреннего упования на Господа, что все их надежды начали сбываться. Маленький Слава всегда отличался от других детей в семье. Он никогда не забывал помолиться утром или перед сном. Едва произнося своими детскими устами молитву, он просил благословения перед едой. Часами Славик мог просиживать у ног старенькой бабушки, читавшей ему Библию.
Когда мальчик стал постарше, в его детские игры вошел Иисус. Рассадив на кровати сестренкиных кукол, он увлеченно играл в церковь, проводил богослужение. Старшим детям в семье это казалось забавным, но они, как и родители, всячески поощряли маленького проповедника. Настало время идти в школу. Слава осматривался вокруг удивленно и одновременно разочарованно. Ему предстояло осознать, что вокруг живет много людей, далеких от Бога. Мальчик, не стыдясь, рассказывал им о церкви, Иисусе Христе, о богослужениях. Но время для этого было не очень подходящее. Пожилая учительница не раз приходила в дом родителей Славы с угрозами. После бесед с нею мама рассказывала сыну о мальчике Моисее, который сохранил в своем сердце знание о Боге. Оказавшись вдалеке от родных, Моисей не утратил любовь к Богу, к своему народу. Мальчик вдохновенно отзывался: «Я хочу быть похожим на Моисея, мама». «Я тоже этого хочу, сынок. Что бы с тобой ни случилось, помни, что у тебя есть Господь. Никогда не оставляй его, сынок». Угрозы педагогов, к счастью, так и остались лишь угрозами, и маленький Славик рос в своей семье. Он, как и многие другие дети-христиане, шел дорогой испытаний, мужественно переносил насмешки одноклассников, учителей и соседей. Он, как и многие другие, решил отвергнуть пионерский галстук, а позже и комсомольский значок. Он отвергал этот мир, а мир отвергал его. Слава не имел возможности продолжить учебу после школы. Двери всех вузов и училищ были закрыты перед ним. В 15 лет Слава принял святое водное крещение и стал проповедовать Слово Божье среди молодежи. Он был их лидером, они тянулись к искреннему и честному юноше. Приходили на встречи молодежи и неверующие. На одно из молодежных христианских общений пришла симпатичная девушка Аня. В тот вечер она впервые услышала о Боге. Аня училась в педучилище, собиралась стать учительницей младших классов. На эту встречу ее пригласила бывшая одноклассница. Аня пришла больше из любопытства, чем из желания узнать о Боге, в которого в ее семье никто не верил. В училище как раз проходила серия лекций на атеистическую тему. Но от одноклассницы Аня слышала совсем иное. Ее глаза были полны удивления. Она никак не ожидала увидеть столько верующей молодежи здесь, в небольшом домике. Да еще такие счастливые, дружные, не похожие на ее приятелей. Больше всего тронула девушку проповедь молодого проповедника Славы. Когда он говорил о любви Иисуса, было так легко поверить в каждое сказанное им слово. Он тоже невольно обратил внимание на девушку, внимательно слушавшую его проповедь. С этого вечера началась их дружба, вскоре переросшая в настоящую любовь. На их пути было много трудностей. Аня покаялась, заключила завет с Господом и обрела радость, знакомую каждому спасенному. Но после этого, оставив комсомол, она уже не смогла продолжить учебу в училище, стала чужой в своей семье. Ее не понимали родители, не понимали учителя. Аня пошла работать нянечкой в детский сад. Разве о таком будущем мечтала ее мать? Слава трудился на деревообрабатывающем комбинате и тоже не мог мечтать о лучшем. Но, тем не менее, молодые люди были счастливы своей любовью. Они решили пожениться. Родители Славы были рады принять в свою семью Аню. А вот родителям Ани было труднее смириться с верующим зятем. Они считали, что он сломал судьбу их дочери. Но девушка твердо заявила, что выйдет замуж только за Славу. Начались приготовления к свадьбе. Молодых объявили в церкви женихом и невестой, благословили на предстоящие хлопоты. Старушка из церкви пригласила их после свадьбы пожить у нее, в просторном, хоть и стареньком доме. Все складывалось хорошо. До свадьбы оставались считанные дни. Слава вышел на работу в ночную смену.
Чувствовал себя уставшим, так как днем не удалось выспаться. Приготовление к свадьбе, занятия с молодежью — все одно к одному. Было уже далеко за полночь, когда что-то случилось с его станком. Машинально Слава потянулся за застрявшей доской, почти в полусне, и вдруг резкая боль обрушилась на все его тело, и полная темнота. Очнулся Слава в больнице, в послеоперационной палате. Страшно болели руки. Рядом склонилась мама. Ее заплаканное лицо заставило его прийти в себя. «Что со мной, мама?» «Все хорошо, сынок, ты с нами. Ты живой». Только через несколько минут Слава понял, что лишился рук. Их затянуло в станок, порезало, раздробило кости. Врачи сделали все возможное, но руки пришлось ампутировать выше локтей. Узнав эту страшную правду, Слава взвыл, как раненый зверь. «Почему, Господи, почему? Как я теперь буду жить, беспомощный калека, без рук, хуже грудного ребенка?» Кто мог счесть все страдания и понять отчаяние молодого парня, оставшегося в расцвете сил инвалидом, без рук? Со словами утешения и поддержки приходили служители, навещали друзья. Но главное, рядом была Аня. Спокойная, собранная, она приходила в палату Славы, садилась рядом с его кроватью, поправив подушку, раскрывала Библию и читала. Под звуки ее нежного голоса утихала боль, успокаивалась душа. Но где-то в глубине сердца у Славы таился страх. Страх потерять девушку, боль о потерянных мечтах. Он понимал, что теперь не может, просто не имеет права жениться на молодой красивой Ане. Ее жизнь только начиналась, она должна быть счастливой. Но там, в больничной палате, они об этом не говорили. Дома, перед тяжелым разговором, Слава держал пост. Ему хотелось, чтобы Господь сам устроил предстоящее объяснение. Аня обещала прийти вечером, после работы. Но неожиданно, перед ее приходом, к Славе приехала Анина мама. Она выразила сочувствие молодому человеку, а потом со слезами на глазах просила дать свободу ее дочери. «Я хочу видеть ее счастливой, Слава. Я знаю, что вы ее любите, и если это действительно так, то помогите ей стать свободной. Аня по-прежнему собирается за вас замуж, но вы же не можете этого допустить, не правда ли?» Славе было невыносимо трудно слушать эту женщину, но внутренне он был с ней согласен. Слава успокоил ее и заверил, что понимает ситуацию и не позволит, чтобы Аня погубила свою жизнь из-за его несчастья. Мама не уехала, а он еще долго молился. По щекам текли слезы, которых сам он вытереть не мог. Пришла Аня, принеся с собой в дом оживление и радость. Молодые люди проговорили почти всю ночь. Он убеждал ее забыть об их помолвке, начать в жизни все сначала. Советовал на какое-то время переехать в другой город, как того хотела ее мама. К тому же там есть и церковь, найдутся новые друзья. Аня, не переставая, плакала, будто хоронила кого-то близкого. «Слава, нас объявили в церкви, мы перед этим молились так долго. Неужели ты сомневаешься в том, что Бог подарил нас друг другу?» «Теперь все иначе». «Нет, не иначе. Бог не меняется, а значит, не поменялась и его воля». «Да, наверное. Но ведь мы, люди, могли ошибиться. Давай проверим еще раз. Прошу, уезжай хоть ненадолго, а я постараюсь прийти в себя и разобраться».
После долгих уговоров Аня согласилась уехать на несколько недель. После ее отъезда Слава пришел в отчаяние, но никто даже не догадывался об этом. У всех на виду он был прежним, уравновешенным и спокойным, а оставаясь наедине с Богом, умолял, чтобы он дал ему силы просто жить. Аня вернулась домой через несколько месяцев. Девушку трудно было узнать. Она пришла в церковь, необычайно тихая и строгая. Слава в этот день был тоже там, он проповедовал. Престарелый брат переворачивал странички Библии, помогая Славе, а тот читал Слово Божье и объяснял написанное. И снова, как в первый памятный вечер, его взгляд был устремлен на девушку, которая внимательно слушала его проповедь. Когда они остались вместе, Аня спросила. «Ты не изменил своего решения? Мы будем вместе?» «Нет. У каждого своя судьба». «Слава, я буду ждать до тех пор, пока ты не поймешь, что ошибаешься. Я твоя невеста перед Богом и не забуду этого». Шло время. Слава, как и прежде, проповедовал в церкви, оставался молодежным лидером. После случившегося с ним он стал еще сильнее духовно, хотя никто не знал, сколько это стоило ему сомнений, боли и безответных вопросов. Активно участвовала в жизни церкви и Аня. Она занималась с детьми. Шли годы. Сколько свадеб состоялось в их церкви, сколько любящих сердец соединилось навеки. А Аня и Слава оставались одинокими. Немало молодых людей пыталось занять место Славы в сердце девушки, но их старания были напрасными. Ее большие карие глаза по-прежнему смотрели с любовью и нежностью на проповедника без рук. Им было уже за 30, когда они все-таки поженились. Свобода вероисповедания, пришедшая в Россию, дала возможность молодым супругам трудиться в домах инвалидов. Глядя на эту пару, можно было подумать, что на земле нет никого более счастливее их. Сейчас у Славы и Ани подрастает сын. Как жаль, что так мало на земле людей, по-настоящему знающих, что такое верность и любовь, не меркнущая с годами. Бог того сочетал по любви, чьи сердца его верой полны. Согласились идти по пути, все невзгоды встречая, нести. Много разных сердец, но одно, лишь одно к тебе лаской полно. Всех дороже оно и родней, это сердце любимое твоей. Много разных сердец, но одно, лишь одно к тебе лаской полно. Всех дороже оно и родней, это сердце любимое твоей. Загрустишь, и оно загрустит. Не доспишь, и оно не доспит. Если ты улыбнешься порой, и оно улыбнется с тобой. Береги ты его и ласкай, стереги ты его, не бросай. Все прости, все отдай, не разбей ты его, не взначай. Береги ты его и ласкай, стереги ты его, не бросай. Все прости, все отдай, не разбей ты его, не взначай. Много разных сердец, но в одном, лишь в одном твой приют и твой дом. Всех дороже оно и родней, это сердце любимое твоей. Не изменит оно, не солжет, все оценит в тебе, все поймет. А постигнет ли в жизни беда, не оставит тебя никогда. Не изменит оно, не солжет, все оценит в тебе, все поймет. А постигнет ли в жизни беда, не оставит тебя
никогда. Загрустишь, и оно загрустит. Не доспишь, и оно не доспит. Если ты улыбнешься порой, и оно улыбнется с тобой. Береги ты его и ласкай, стереги ты его, не бросай. Все прости, все отдай, не разбей ты его, не взначай. Береги ты его и ласкай, стереги ты его, не бросай. Все прости, все отдай, не разбей ты его, не взначай. Два сердца воедино могут слиться в чудесный сплав с названием «любовь». И как одно навеки будут биться, в любви имея безупречный круг. И пусть вокруг не верят в это чудо, все доводы сомнениям придают. В наш век любовь, помилуйте, откуда? И черный цвет погуще сверху льют. Такая, мол, не значится в природе, и места нет такому на земле. Мы слышали, такое было вроде, но сколько протекло на свете лет. Не верьте этим злобным утверждениям, пусть капает на сердце кислота. Любовь не испугаешь искушением, так проверяют дорогой металл. К любви не прикоснется мир от ленье, в сердцах она пребудет без конца. Любви дано святое подтверждение, она пришла от самого Творца. К тихим берегам, к тихим берегам.
В эфире детская передача 900 секунд. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Привет, Андрюш. Здравствуйте, Аня. А мы сегодня снова пойдем в гости к животному. Да, сегодня мы отправляемся в теплую Южную Америку, в густые малопроходимые леса. Здорово! Ого, смотрите! Мы еще не в лесу, а вон там, на дороге. Кто-то движется так смешно. Еле-еле отрывает лапы от земли. Медленно их переставляет, хватаясь когтями за землю. Брюхо вообще кажется неподъемным. Еще и смотрит по сторонам постоянно, вместо того, чтобы быстрее переползти через дорогу. Да это же наш хозяин. Встречает нас. Здравствуй, Унау. Здравствуйте. А вы верно подметили. Я как раз Унау, двупалый ленивец. Хотя нас сложно так сразу различить. Ого, ленивец? Здравствуй. Я даже и не знал, что ты еще что-то можешь делать, кроме как висеть вниз головой на дереве. Ахаха, да многие так думают. Но иногда я даже спускаюсь с дерева и могу ходить по земле. А что больше всего люблю, так это плавать. И с какой скоростью ты обычно идешь и плывешь? Обычно я передвигаюсь по суше медленно, как сейчас. 1-2 метра в минуту. А плаваю я довольно-таки неплохо. 4 километра в час. А еще мы можем задерживать дыхание под водой на 40 минут. Расскажи нам поподробнее о себе да о своих родственниках. Как вы выглядите? В чем отличие? На самом деле, отличаемся мы внешне всего лишь тем, что у меня на передних лапах по 2 пальца с длинными серповидными острыми ногтями, а у них на всех 4 лапах по 3 таких пальца. Но по характеру мы менее медлительны, быстрее соображаем, больше привязываемся к людям, которые нас содержат, и не любим посторонних людей и других животных. Мы более агрессивны. Другими словами, не хвалясь, но я могу сказать, что наш род более развит. А выглядим мы так. Длина тела у нас 50-73 сантиметра, а масса до 9 килограмм. У нас небольшая голова, маленькие глаза и уши. Шерсть наша длинная, серовато-бурого цвета, на голове светлее. Часто она у нас с зеленоватым оттенком из-за развивающихся в особых желобках волос водорослей. Они нам абсолютно не мешают. Творец дал нам их для камуфляжа. Подшерсток у нас короткий и густой. Передние конечности у нас длиннее задних. Но эта разница выражена слабее, чем у трехпалых ленивцев. Передние лапы имеют по 2 пальца с мощными серповидными когтями, длиной до 7,5 сантиметров. Пальцы срастаются по всей длине. Подошвы лап голые, сильно ороговевшие. Хвост очень маленький, длиной 20 миллиметров. Число шейных позвонков колеблется от 5 до 8. А у трехпалых собратьев – аж 9-10, за счет чего у них есть удивительная возможность поворачивать голову на 270 градусов, что очень удобно для добывания еды. Зубов у нас мало, 18, резцы и клыки отсутствуют. Вот почему мы отряд неполнозубых. Зубы лишены эмали и корней. Их недостаток компенсируют жесткие губы, которыми мы обрываем листву, а также длинный тонкий язык, который иногда может заменить руки. У нас хорошее обоняние, но слабое зрение и слух. Хотя, что очень несвойственно для животных, у нас полноценное цветное зрение. Вообще мы ночные жители, поэтому почти весь день проводим в спячке на дереве. Но для вас я сегодня сделал исключение. А вот мы и подошли к моему дому. Классно! И сейчас ты повиснешь вон на той ветке? И как долго ты там провисишь? Я могу не спускаться с дерева неделю. К
Конечно, это не значит, что я вишу все время на одной и той же ветке. Я периодически перемещаюсь, когда не сплю. А сплю я от 9 до 15 часов в сутки. Ведь еда-то в одном и том же месте может заканчиваться. Но раз в неделю я обязательно спускаюсь в туалет, который у меня культурный в земле. Я очень чистоплотен, и, как вы слышите, от меня нет никакого запаха, хоть на мне и водоросли. Ты так часто упоминал о еде? Так расскажи, что вы едите? Я питаюсь листьями, фруктами, почками, молодыми побегами и изредка насекомыми, которые попадут случайно в поле моей досягаемости. Поедаю также и водоросли, растущие на шерсти. Воду получаю из пищи и слизываю росу. А вот мой собрат, трехпалый, он вообще привередлив, он ест только листья и цветы цикропии. Интересно то, из-за чего, собственно, я и назван ленивцем. Конечно, во-первых, я ночной житель, поэтому мало кто видит, что ночью я намного более активен, чем днем. Но еще я много сплю. Из-за того, что Творец поручил нам перерабатывать трудно перевариваемые растения, на которые уходит много энергии. Поэтому мы и стараемся ее не расходовать попусту. Конечно, Господь дал нам помощников в наш кишечник, бактерий-симбионтов. Без них мы бы вообще не справились с этой задачей. Однако, все равно, весь груз съеденных листьев, которые составляют 2/3 нашего веса, переваривается в сложном четырехкамерном желудке около 90 часов, а полностью проходит пищеварительный тракт около месяца. И это довольно сложно. Поэтому зря вы думаете, что я ленивый. Я не ленивый, я экономный. Да уж, действительно тяжело. А как тяжело, наверное, все время висеть на ветке? Ну, это уже не так сложно. Ведь наш Создатель все продумал. Он дал нам сильные мышцы в лапах и острые когти, чтобы схватиться за ветку. Мы никогда не упадем, даже во время сна, так как хватка у нас стальная. Мы обхватываем ветку, скрещивая лапы и располагая их близко друг к другу, и между ними прячем голову, так что вы даже не сразу поймете, где она. Это нам помогает и спрятаться от дождя в густой листве, так как дождь мы не очень любим, да и вообще мы теплолюбивые, хотя свою температуру тела не очень умеем регулировать. Она колеблется от 33 до 24 градусов. А чтобы нам удобно было висеть вниз телом, Творец дал нам еще одну особенность строения. Наша печень расположена около спины и не касается брюшины. Селезенка находится справа, трахея извилистой формы. Все органы прикреплены к грудной клетке и не давят на легкие. Да и шерсть растет по-особому, направлена к хребту. Да, вы действительно чудесны. Особенно если учесть, какие вы милые и постоянно улыбающиеся. А какие у вас малыши? И как они выживают на дереве? Мы рождаем по одному малышу в год. И беременность длится от 6 до 11 месяцев у разных видов. Малыш является на свет совершенно покрытый волосами и даже уже со значительно развитыми пальцами и когтями. И тотчас же после рождения вцепляется этими когтями в длинные волосы матери, обвивая руками ее шею. Мать всегда его носит таким образом всюду с собой. Часто случается, что самка 2 дня голодает или, по крайней мере, не заботится о еде. Но, несмотря на это, она непрерывно кормит молоком своего детеныша, который так же крепко прикрепляется к ней, как она к ветви дерева. Мы очень любим своих детей. А как же ваши враги? Много их? Да, врагов у меня много и везде. На земле нас подстерегают ягуары и пумы, в воде крокодилы, а на деревьях птицы-гарпии. И мы не можем защитить себя или убежать от хищника. Спасает нас только данная нам Богом неподвижность и незаметность. Поэтому нас и много, потому что мы хорошо спрятаны.
Да, я бы тоже вас сразу не заметил на этом дереве. Ой, вы уже засыпаете. Тогда не отвлекаю. Спасибо за рассказ. До свидания. До свидания. Пока. Вот мы и познакомились с этим уникальным животным, которое считается самым медлительным и ленивым на Земле. Но на самом деле теперь мы знаем, что оно просто выполняет Божье поручение, поэтому и приспособилось к такому образу жизни. А нам не нужно стараться быть похожим на ленивца и пролеживать всю жизнь на диване, ничего не делая. Ведь это же не наше предназначение. Нам Господь говорит в книге Притч 6 главе 9-11 стихах: «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь ото сна своего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Поэтому трудитесь, чтобы ваша жизнь не прошла напрасно, а Господь поможет вам и благословит ваш труд, наполнив жизнь яркими впечатлениями и множеством прекрасных моментов». Ваша жизнь пусть светится, солнышком, солнышком, будьте для людей всегда. Солнышком, 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 ваша жизнь пусть светится, солнышком, 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 будьте для людей всегда. Дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу. До новых встреч на радиоволне 107.1 FM, радио Бананова.
Ждем вас у радиоприемников каждый понедельник в час дня. Звоните нам по телефону 663-178-617. Пишите на электронный адрес tmrbarcelona@hotmail.com или приходите к нам в церковь, которая находится по адресу Карер Санте Усеби, 54, метро 3-я линия, остановка Фонтанна, или 7-я линия, остановка Плаца Малина, каждое воскресенье в 14 часов дня. Мы рады будем увидеть вас. Веры вам и добра!